Я так рада, что я наконец-то здесь, потому что я завершаю цикл. Я очень ждала этого момента. И я хочу всех поприветствовать. Да, на самом деле, если бы вы заглядывали или если вы видели название моей сегодняшней лекции, она именуется как «Проживай или умри». И достаточно звонкое, громкое, да, немножечко жестковатое название на самом деле имеет за собой достаточно оснований. И вот что это за основание, и почему все-таки мой спик называется именно так, я предлагаю вам вместе со мной сегодня выяснить, поисследовать и себя в том числе. И начать я хочу с очень простого момента. Это тот вопрос, с которого я начинаю любую свою консультацию, любую свою практику, будь то она групповая или индивидуальная. Это вопрос, как вы себя чувствуете. Давайте поконтактируем. Можно ответить для себя, а можно ответить мне. Как вы себя чувствуете? Замечательно. Замечательно, отлично. А по чувствам? Давайте попробуем все-таки более конкретно. Какое чувство сейчас есть? Комфорт? Легкость? Заинтересованность? Ну и так далее. Отлично. А теперь я задам второй вопрос. И вот те чувства, которые вы либо перечислили и озвучили вслух, либо как-то обозначили для себя, попробуйте их почувствовать в своем теле. Чувства, которые вы сейчас для себя обозначили, попробуйте почувствовать в своем теле. Нашли это место? Давайте попробуем просто одну ладошечку приложить к этому месту, правую. Супер, здесь нет никакого правильного ответа. И действительно, у кого-то это место здесь, у кого-то да, низ живота, центр живота, грудь, грудная клетка, ближе к горлу, это может быть голова, чаще голова мужчин, да, это может быть спина, любая часть тела. Какой вывод мы можем с вами сделать прямо сейчас? Как я дышу? О том, что наши чувства, наши эмоции, переживания напрямую связаны с нашим телом. Согласны? Да? Опытно экспериментальным путем мы только что это выяснили. Окей, и сейчас те чувства, которые вы перечислили, которые вы обозначили, я могу еще немного пофантазировать и дополнить о том, что это достаточно комфортные чувства, да, это были чувства легкости, чувства спокойствия, чувства заинтересованности, возможно, да, где-то уже равнодушие, где-то усталости. Ну, в общем, это все чувства, которые имеют место быть и которые, в принципе, куда-то прятать, куда-то вытеснять смысла никакого нет. Да, они достаточно легкие, они комфортные, почему бы их и не проживать естественным путем, даже не задумываясь об этом. Это первый момент, который мне хотелось обозначить, о том, что чувства все-таки связаны с нашим телом. А второе, я хочу перенести немножко фокус внимания действительно на наше тело и спросить вас, и параллельно поделиться какими-то своими историями, были ли у вас ситуации, когда ваше тело сильно травмировалось, и при этом в моменте вот этой самой яркой травматизации, ну, вы просто не чувствовали так ярко этот момент. Да, например, перелом кости, если у кого-то был, да, какой-то очень обильный ожог, там внезапно какой-то, не знаю, там порез или еще что-то. Было такое с кем-нибудь? Спасибо, было. У меня точно такое было. Эта ситуация произошла год назад. Я каталась в Шерегеше, упала с доски. И ну, упала так, что упала. Да, и только через несколько минут я начала осознавать, то, что с моей рукой что-то произошло. Произошел перелом. Да, в моменте, который не ощутился так ярко, и только спустя какое-то время я начала понимать, что боль начинает нарастать, она не успокаивается, да, ну и, соответственно, телесные проявления, как там, проявление опухоли, ну, они начали вообще, в принципе, жить со мной. И только тогда я начала понимать, что что-то пошло не так. И если переносить эту ситуацию на нашу эмоциональную сферу, такой механизм может называться как вытеснение. И он пришел к нам из психоанализа, Зигмунд Фрейд, и вытесняет мы можем какие-то эмоции, да, или очень яркие переживания, которые в моменте наносят нам настолько травмирующий какой-то опыт, что мы от них просто как-то отворачиваемся, не замечаем, прячем и прячем настолько хорошо, что они могут там храниться в этом ящике Пандоры какое-то время. Иногда очень долго, но это не говорит о том, что их нет. И если вернуться опять к опыту да, моего перелома, моей руки, я могла, безусловно, сделать вид, что ничего не произошло, да, могла дальше подняться на гору, дальше катать и, в принципе, руку как-то держать очень-очень аккуратно, но любое неловкое движение, любое там, не знаю, падение, любое прикосновение там, людей рядом могли привести к чему? К тому, что моя рука могла просто да, там, свернуться пополам.
Не самый экологичный, по-моему, способ, правда? И третий момент. Тоже произошел со мной. Я, в принципе, человек, который, с которым постоянно что-то происходит. Вот, и это произошло в этом году, буквально несколько месяцев назад, на моем дне рождения. Я так сильно ярко танцевала, так проживала свои чувства и эмоции фантастические, так что аж порвала мениск достаточно серьезно вместе со связкой. Собственно, сейчас я нахожусь в этом же состоянии, и, слава богу, конференция происходит еще до момента моей операции, да, я стою не с костылями, а просто на своих двоих ногах, и уже как-то адаптировалась и могу с этим жить. Но в этот момент со мной не произошла та ситуация, которая произошла в том году. Я очень ярко достаточно почувствовала свою боль, искры из глаз, потемнение в глазах, да, заложенность ушей, ну, тошнота и все, в принципе, признаки какого-то очень, ну, шокового состояния, которое связано с телом. Ну, что я сделала физически в этот момент? У меня же день рождения. Вокруг меня же толпа гостей, моих же, да, там друзья, знакомые, подписчики, там неважно. Просто люди, которые, ну, как-то вообще смотрят на меня. Ну, что я словила? Ситуацию стыда. Стыда за свои чувства. И я сделала вид такой, вся побледневшая, с расширенными зрачками, что все хорошо, окей, взяла просто за руку подругу и повела ее быстро на улицу. Ну, потому что мне действительно стало как-то плохо, очень душно. Вот. И только впоследствии, через какое-то время, после МРТ, мы выяснили, что действительно в этот момент, ну, была какая-то очень травматичная для меня ситуация. Но я сделала вид, что все хорошо. И опять же, да, могла бы ходить так бесконечно, и некоторые заботливые товарищи говорят, а, заживет, вот. Но некоторые ситуации зажить не могут, да, и необходимо уже какое-то внешнее вмешательство для того, чтобы все-таки подправить ситуацию. И это третий пункт, да, я сейчас подытожу все предыдущие. Наши чувства связаны с нашим телом, раз. Наша психика может вытеснять какие-то травмирующие ситуации, два. И третье, мы сами можем делать вид, что ничего не происходит. И к третьему я бы хотела дополнить, наверное, еще таким примером, как очень банально, очень типично, это расставание с любимым человеком. Да, либо с девушкой, либо с парнем. Особенно те, кто проживал, мы уже люди взрослые, ну, подозреваем хотя бы, да, примерно, как это происходит. Ничего приятного. И какая ситуация зачастую складывается у моих клиентов, по крайней мере. Внезапно появляется колоссальное количество работы. Да, или любовь к спортивному залу, или какое-то очень яркое увлечение, которое просто происходит с ним буквально 24 часа в сутки. Таким образом, что он не позволяет себе отдыхать, что он не позволяет себе как-то отвлекаться, быть вообще в принципе наедине с собой и постоянно искусственным образом замещает это переживание. И я вижу кивающие головы. Да, кто-то проживал, может быть, что-то подобное, либо сталкивался с людьми, у которых внезапно после какого-то, ну, такого неприятного переживания, ну, появляется какая-то куча дел, и просто вообще времени нет. А что будет происходить с человеком, если он вдруг останется наедине с собой? Ему придется столкнуться вновь с этими мыслями, да, которые где-то в его теле остались, а чувства связаны с нашим телом. Да, и они будут, естественно, о себе давать. В описаниях работы Фрейда он приводил в плане вытеснения такой пример. Это как это действительно была реальная ситуация, которая описана. Он вел лекцию, и во время лекции один из слушателей он себя как-то бурно вел. То топал ногами, то там как-то какие-то там комментарии неуместные вставлял. Ну, в общем, делал все возможное, чтобы, в принципе, как-то помешать. И несколько человек из зала взяли на себя инициативу и вывели этого непослушного, да, человека за дверь. Вытеснили его, да, исключили. И, в принципе, создается иллюзия того, что в этом пространстве, аудитории, да, ну, в нашем сознании все хорошо, все в порядке, все окей. Но этот человек, который вытеснен, он же может бунтовать и дальше. Он может долбить в дверь, он может пинать дверь, да, ну, делать все, что угодно, чтобы все равно как-то себя проявить. И физически его мы не видим, но оно как-то на нас влияет. Да, и вот такой психотерапевтический процесс, он связан именно с тем, что все-таки договориться с аудиторией, да, договориться с собой, для того, чтобы все-таки обратно впустить этого человека и договориться с ним, чтобы он вел себя как-то иначе. Да, таким образом успокоить ситуацию и прожить ее до конца. По привычке хочется сказать, есть вопросы? Но, если что, после выступления. И так постепенно перехожу непосредственно, да, к теме своего выступления, да, почему проживай все-таки или умри. И я думаю, сейчас век информационных технологий, да, он даже как-то в какой-то мере перенасыщен, в большей мере, и многие уже сталкивались с таким термином, как психосоматика. Ну, еще больше кивков.
Вот. Да, действительно. И, ну, единственное, что психосоматика — это больше все-таки вообще медицинские, на самом деле, и термины, и проявления. И, ну, та попса, которая сейчас есть у нас в виде огромного количества, да, сводных таблиц по психосоматике, она, безусловно, наверняка имеет место быть. Но на самом деле есть очень четкие научные психосоматические концепции, опять же, выведенные нашими светами. Как это? Научным светом, да, Фрейд, Дамбар, Александер, Шур. Вы можете, в принципе, все эти фамилии потом погуглить, почитать. Если захотите, я вам дам ссылку на этих авторов. И у них различные концепции, но они сходятся в едином. О том, что непрожитые чувства имеют отражение на нашем теле. И самый распространенный пример, с которым я, опять же, думаю, вы так или иначе сталкивались, это тошнота. Что такое тошнота с физической точки зрения? Мы съели что-то, ну, типа не то, да, то, что нашим организмом отвергается, не принимается, да, и оно хочет вообще выйти обратно, для того, чтобы это вообще как-то, ну, дальше к нам не проникало, нами не принималось. Если мы переходим, опять же, да, на эмоциональную часть, на наш быт, то это какая-то ситуация, да, это фрейдовский пример, происходит какая-то ситуация в нашей жизни, которую мы настолько отвергаем для себя и не принимаем, что мы пытаемся ее отвергнуть, и организм каким образом реагирует? Ну, его начинает тошнить. И на самом деле в арт-терапевтическом подходе, в арт-терапевтическом, существует конкретная работа с симптомом. Ну, прям вот конкретная техника. И в моей практике был случай, когда мы за полтора часа работы действительно полностью убрали симптом, потому что он был действительно психосоматический. Не физически, да, а психосоматически. И постарались посмотреть вглубь, да, в причину его возникновения, и за уже какой-то неактуальностью он прошел. Ну, такое бывает иногда, бывает чаще, бывает не всегда. И в чем, собственно, моя мысль, да, что мне хочется донести? Почему все-таки можно, если не проживать, то умирать? Даже если не опираться на исследования, которых, собственно говоря, нет, либо я их не нашла, да, которые утверждали бы, что, например, смерть от рака являлась следствием обиды, да, или там, чувства вины, какие гипотезы вообще в принципе выдвигают психологи. Таких исследований действительно, по крайней мере, я не нашла. Но если пофантазировать, опять же, и попонимать, попредставлять, что какое-либо чувство, которое мы не проживаем, остается где-то в теле, телу не удивляется внимание, соответственно, этот какой-то телесный симптом, ну, имеет место для развития. Да, и до развития до такой степени, что это появляется мышечный зажим, как минимум, да, и как максимум может это действительно перерасти в какую-то болезнь. И таким образом, казалось бы, наши чувства, которые происходят в таком ежедневном бытовом формате, оказывается, имеют на нас такое влияние на уровне тела. И опять же, мой месседж прост. И он состоит в том, чтобы каждый из вас не стеснялся своих чувств, проживал их максимально в тот момент, в который они действительно приходят, в тот момент, в который они являются актуальными для нас. Потому что мое чувство — это я, это мое проявление, ну, это просто вот быть таким, как я есть. Не стесняться этого, проживать это максимально, и, в принципе, сам факт проживания просто для того, чтобы жить. И на этом я должна была как-то интенционно привести к завершению, но я сделаю это словесно. Поэтому спасибо за внимание, на этом я хочу завершиться и поблагодарить вас за то, что так внимательно и активно слушали.